Привет, друзья! Я Ваня, и сегодня я рисую Леди Баг. Ха-ха-ха, это весело. Леди Баг, вы думаете, я много раз рисовал? Да, действительно, я рисовал много раз, но сегодня же я рисую китов, и я рисую кита Леди Баг. Я думаю, что это такой интересный момент, смогу ли я это сделать или нет. Давайте попробуем и нарисуем сначала кита, а потом из него сделаем Леди Баг. Кита я рисую так. И он такой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я бы даже сказал, что это китенок. У него такие плавнички здесь и здесь. И пока это не похоже ни капельки на Леди Баг. Но девчонки, я думаю, сразу заподозрили, что это могут быть ее волосики, да? Может быть. Кит вот такой большой, и у него, конечно же, хвост. Такой вот. Такой хвост. Нарисовали, а теперь-то рисуем как раз кита полностью. Вот теперь никто не поспорит, что это кит. Это так и есть. Но мы, конечно же, из него сделаем Леди Баг. А как? Мы нарисуем ей маску. Маску нарисуем. Я думаю, это забавный челлендж или забавное занятие нарисовать Леди Баг с глазками, с маской в виде кита. Вау! Это настоящая Леди Баг. Что не хватает Леди Баг? Конечно же, прически. Давайте ее так нарисуем. Раз, у нее такая большая челочка. Ну, мы не очень большие челочки нарисуем так. Вот так такая причесочка. И волосики есть. И только я знаю, что можно еще добавить две такие красные завязочки. И тогда это точно будет Леди Баг. К примеру, вот такой у нас кит. Нарисуем пузыречки. И я думаю, Леди Баг можно рисовать какой-то интересный фонтан. Фонтан в виде божьих коровок. Я думаю, что не стоит, да. Ну, давайте нарисуем просто фонтан. Такой небольшой, какой-то вот такой вот. Такие брызги. Фонтан. Я думаю, это будет достаточно похоже, что это китовый фонтан. Теперь, конечно же, мы рисуем и раскрашиваем. Раскрашиваю я сегодня маркерами. Я часто раскрашиваю всем подряд, но сегодня маркеры, потому что маркеры идеально подходят для рисования и раскраски. Леди Баг, конечно же, красная маска, никто не знает, кто это такая, супергероиня. И пока я раскрашиваю, я буду рассказывать про свой канал и вообще расскажу, что же я рисую. Рисую я китов уже второй или третий день, и я продолжать это буду еще пару дней, наверное, потому что у меня идей все больше и больше, и пока у меня идеи есть, я буду продолжать. Так что зову тебя тоже, приходи ко мне и рисуй китов со мной. Леди Баг у меня настоящая. Такая вот она здесь будет желтенькая. Желтенькая Леди Баг. Так, а теперь я хочу голубой добавить. Светло-голубой сначала. Сначала светло-голубой немножечко. Потому что кит, он все-таки не такой. Он не может быть просто синий, что ли, и красный, да, и просто желтый, к примеру, цвет, да. Мы немножко добавим голубого, теперь добавим синего, и после этого добавим, может быть, темно-синего, давай так. Получится у нас настоящая Леди Баг с такими волосиками. Получается здорово. Мне нравится, когда вот так вот раскрашивать маркерами можно. Я называю это фломастером маркера, потому что у меня они с такой вот такой кисточкой, и ими легко рисовать широкие моменты и раскрашивать широкие поля, к примеру. И сейчас я раскрашиваю именно широкие поля. И еще замечу, что все эфиры сейчас переходят в Инстаграм, и я делаю именно в Инстаграме это дело, а после этого я добавляю все на YouTube. Все ролики теперь сохраняются на YouTube. Так что если вы любите смотреть на YouTube, и лучшее качество, и лучшие варианты, конечно же, там. Чем раскрасить все остальное? Я подумал, что мне кажется, красный цвет очень подходит для Леди Баг. Если мы сделали, то сделаем красный фонтанчик. Мне кажется, если у нас такой декоративный кит получился, Леди Баг, кит Леди Баг. Еще не похоже на Леди Баг, вы скажете. Да, действительно не похоже, потому что нужны точечки. Точечки обязательно. И, конечно же, голубые глаза. Такие голубые глаза мы нарисуем. Сейчас я чуть выделю волосики. Получается забавная Леди Баг. Я думаю, что многие девчонки захотят такое нарисовать. Я думаю, что это забавно.
как по меньшей мере забавно и по большей мере, может быть, даже интересно рисовать именно такую Леди Баг. Добавляйте, что хотите, раскрашивайте дополнительные вещи, к примеру. Я не знаю, что еще можно придумать для Леди Баг. Я знаю, что ее все дело происходит во Франции, и мы можем нарисовать океан, что вот у нее море такое, и Леди Баг плавает во Франции, ну не во Франции, в океане, да, здесь у нас такая море, песочек, дно морское, да, а здесь можно нарисовать, к примеру, Эйфелеву башню Эйфеля такой, да, такой вот так нарисовать ее, и тоже будет, а здесь какие-то города нарисовать, здания, университет, школа, куда она ходит, и что-то в этом роде, и мне кажется, это будет забавно и смотреться забавно, полноценная такая картина, скетч, где Леди Баг вышла на прогулку в свой французский город Париж. Здесь вот постараться надо побольше раскрасить, но я думаю, что можно не очень сильно стараться. Так. Получилось здорово. Так, кому нравится, тот рисуйте. Всех зову участвовать в моем марафоне, который называется Кит Марафон. Легко в нем участвовать, попасть ко мне на страницу. Всегда было легко. Просто сделайте какой-то рисунок, который вам нравится. Допишите «Рыба Кит». 3, и я вас увижу в Инстаграм и добавлю к себе вашу сторис. Я люблю сторис, и я их коллекционирую. У меня миллион сторис уже собралось, и каждый день сотни людей делают сторис. Я их выкладываю, и это такой стимул для ребят рисовать. Так что жду ваших сторис. Сейчас я еще второго буду рисовать кита. Догадайтесь, какого? Ну, конечно же, кота. Я буду рисовать черного кота. Кот Нуар с желтенькими волосиками. Сейчас он будет, так что не уходите далеко.